У Могилевской области полной ходой иде жниво. На раницу 29 липеня у регионе убрали каля чверти посяўных площадей. Урожайность збожжевых превышая 30 центнеров с гектара. У всех этой показчики больше, чем летость на эту дату. И селяне спадзяются на добрый урожай. Глядите наш репортаж с Черыковского района. На пшеничном поле для Черыковской вёсцы Вербіж идет жниво. Сельскохозяйственное предприятие Язерское разом с усім районом распочало уборочную кампанию за первые дни, убрало амаль пятую частку посевных площадей, дякуючи доброй организации працы. Можно убирать, и душа радуется. Пшеница хорошая. От спякоты на поле усе у Марве, однако селяне задоволены. Такое надворье дозволяет працавать у добрым темпе, поспяхово убирать хлеб. В течение 10 дней, если позволит погода, должны с уборкой справиться, завершить и убрать, чтобы потери были как можно наименьшими. На всех полях Черыковщины працует 35 комбайнов. Праца у весь светловый день, что звычайно для жнива. Экипаж Сергея Серыкова и Игоря Давыденки сегодня лидер по намолоту у Черыковском районе. Как будем с хлебом? Должны. А вы как считаете? Будем обязательно. Без хлеба никогда. Ни туда, ни сюда. Сёлета збожевая культура у районе треба убрать на площади каля 11 тысяч гектаров. Средний урожай не складает каля 30 центнеров с гектара. План 32 тысячи тонн. По сравнению с прошлым годом, урожай в этом году мы планируем получить намного больше. Потому что вот эти последние дождики, которые прошли в конце июня и июля, очень нам помогли в том смысле, что яровые культуры, они подтянулись. И практически мы планируем, что они дадут не меньше озимых культур. Так что, я думаю, мы будем довольны тем урожаем, который получим в этом году. С надеями на добрый урожай жниво протягивается. Илона Иванова, Юра Уласцов, новини регион.